Врач заметил маленького котенка с травмированной лапкой. Парень не мог равнодушно смотреть на то, как кроха хромает, поэтому решил ей помочь. Он купил рыбку и позаимствовал у местной спасательной группы ловушку для котов. В 2:30 ночи бродячая малышка, наконец, угодила в западню. Она просто не могла устоять перед соблазнительными запахами еды, ведь была очень голодна. Едва животное оказалось в руках у парня, он отвез его к ветеринару. Состояние травмированной лапки к тому моменту ухудшилось, поскольку начался некроз. Область вокруг раны была очищена, личинки удалены, а сама рана много раз промывалась. К счастью, лапка не была сломана. Чтобы бороться с лихорадкой, малышке выписали уколы антибиотиков и обезболивающие. Пока Мурлыка была на лечении, все раны были стерильными и очищались каждые 12 часов. К радости врачей, они стали затягиваться. Спасенной малышке дали кличку Кирби. Вначале она была очень стеснительна и дрожала от страха, когда к ней подходили люди. Но с каждым днем Мурлыке становилось все лучше и лучше. Малышка почувствовала, что ей больше не угрожает опасность. Кирби постепенно начинала верить людям. Ей очень нравится, чтобы ее носили на ручках. Ветеринар уверен, что для ласковой котейки вскоре найдется самый лучший дом. Он удивлен невероятным превращением испуганного котенка в ласковую и уверенную в себе кошечку. Надеемся, что жизнь приберегла для этой очаровательной девочки только счастливые деньки.